блядь. Слышь, ты чё охуел, блядь? Куда иди, блядь? Жесть. Сколько? 3 минуты даже? 4? Да мы только этаж. Стрёмно, чувак, что-то у меня не сильно, ну не слабо так толкнуло. Слушайте, блядь, что-то вас до хуя уже, блядь, да ебали. Блядь, до чего Россия покрепила? Чё? Чё он сказал? Такие го? Ебать, до чего Россия докатилась, такие гомики. Валить из России. Вообще. Ты слышал это? Чувак сказал, вон пи***й пошли. Не, не слышал. Но я не удивлен. Я уже после сегодняшнего ничего не удивлен. Вы с собой их выебал. Да хорош.